Здорово-здорово, геймеры, с вами Мавик на связи. Киберпук, Киберпанк 2077. Продолжение. Такси-такси. Так, что я хотел сказать? Я же обновил дрова. Дрова вот на этой штуке. Оказывается, на ней еще можно обновлять дрова. Вы представляете себе? Я даже такое не знал. И теперь у меня, значит, джойстик включается с помощью кнопочки. То есть, ну, он изначально с помощью кнопки, но заводские настройки были у меня на этом Xbox-овском. И обновились у меня не самостоятельно дрова. Я обновлял. А до обновления, значит, он сам подключался. Вот запустил ты 10-ю винду, он у тебя включился, все, светится и играй сразу же. После обновления дров. Он в спящем режиме. Надо обязательно нажать кнопочку. Он выйдет из спящего режима и тогда начинает играть. Или опять нажать, он выключится. В общем, новые дрова, новые технологии. И да, я древний, я играю. Вот с таким вот шнуром. Ну, по крайней мере, покаместь шнур мне нравится. Это новый шнур. Тот у меня убился, сломался, зацепился, переломался. Хоть и был новый. Совершенно новый. Так, ладно. Погнали, ребята. Погнали, погнали, погнали. А что мы погнали? В прошлом видосике я говорил... Я много чего говорю, но не все помню. Так, все мы желтое прошли практически. У нас остались фиксеры. А с этими фиксерами у нас, по-моему... Так, не заключен договор. Я хотел сделать видосик, где я буду ко всем фиксерам ездить и с ними общаться. Возможно, будет договор заключен. Ну, короче, сейчас посмотрим. Это мы в районе будем Китая сейчас. Маленький китайский райончик. О, ножичек. КС-ка, гоу. Там бабушка китаёза вроде была. Вот сейчас попробуем с ней поговорить. Да спречь ты нож. Да тут так смешно было вообще. А здесь же китайские товары продают. И здесь проститутки стоят, ребята. Кому 18+, тут, короче, вот губки, видите, а там мужик-проститутка. Дальше там женщина-проститутка будет сейчас за углом, видите. Вот она где-то здесь стоит, вот. То есть оказание интимных услуг... Под 18+, ребята, гриф. Привет. Ищешь компанию на вечер? Нет, не ищу. Уже видосик снял. Уже отснял. Привет, Громила. Я... Блин, у него такая черепушка смешная. Здравствуй. Ты хотел поговорить? Да, я хотел бы поговорить. Одну секунду. Я хочу только вот этого чувака сфотать. Не могу не спросить, сколько у тебя было мужей? 5. И все безвременно погибли. Такая трагедия. Не боишься, что трагедия повторится и с тобой? Выживаю, как умею. Мне 9 сыновей поднимать. Нихера себе. А значит, все-таки, наверное, со всеми фиксерами мы договор, что ли, заключили? Но нам предлагали еще с кем-то заключить договор. Будем ездить. Сейчас посмотрим всех фиксеров. Так, этот район, ладно, мы посмотрели. А здесь у нас бабуля. Здесь, по-моему, у нас вот в этом районе. Дедуля уже. Блин, бабуля, дедуля. Ну, здесь только точку перемещения надо быстро искать. Я так манал, короче. Бегать, ездить. Это будет долго. Это может быть короткий видосик быть. Фиксеры Night City. Точно, а можно еще и снять про этих. И фиксеры, и риперы Night City.
Так, нет, сначала ж на карте надо нажать. Нажать, куда будем двигаться. Чумба. Нам надо вот к этому. А теперь подходим и нажимаем. Что мы, мол, хотим сюда переместиться. Чел, ну, точка у нас здесь. Бабуля, дедуля. Потом еще там есть какой-то один с обрезанными волосами впереди челочкой. И кто там еще? Ну, блин, я уже позабивал. Позабирал. У нас снег идет, ребята. Я не знаю, у вас идет снег? У нас капец снега нападало. Жесть, как много. Вот зима настоящая начинается. Тут, блин, вообще не видно зимы. Медленно лифт едет. Ну, очень медленно. Хотел, ребята, поиграть Battlefront Star Wars 2, а мне, ну, бесплатно в Epic Games забрать. Как бы забрал, а мне говорят, регистрируйся в Electronic Arts, ну, это Origin, короче, там, компания. По продаже цифровой дистрибьюции, короче. И говорят, мол, зарегистрируйся, нафиг оно мне надо там регистрироваться. Слушай, так, подожди, это ж... Ты мне что-то хотела сказать. Про киберпсихоз? Не то чтобы. Но спасибо тебе за помощь. Типа наш фиксер. Ну, получается, они уже все наши фиксеры. Хорошо, это фиксер. Будем, короче, видосик. Фиксеры Night City. Это второй фиксер. Добро. Это с кем мы заключили сделку? Здесь третий. Так, ну ладно, окей. Погнали тогда. Дальше к следующему фиксеру. Тогда будет такой ознакомительный видосик. Как здесь мутно. Это капец. Как будто, блин, дымом затянуто все. Муть. Поехали. Это та женщина, Реджина Джонс, которую мы отдали Скиппи. Скиппи пистолет, если вы еще не играли, такой вот он стреляет, и критическое попадание в голову попадает сразу же, сходу. Но если вы хорошо прокачаны, и у вас есть другое оружие, вы привыкли разными играть, то Скиппи для вас не сильно и важен будет. Для меня он не сильно важен был. Просто как, ну, поиграться, выполнить миссии. Это да. А так, чтобы возле себя его держать, не отдавать, как некоторые говорят, не отдам, это фигня. Следующий, так, еще раз посмотрим. Красненький, здесь у нас ни с кем мы не заключили договор фиксером. Ближе будет или отсюда побежать. В 2076 году население Найт-Сити сократилось на 29,24%. Я вот сейчас думаю, вообще, стоит ли вообще эту игру заново проходить? Как бы и хочется, и не хочется. Не хочется, потому что уже вот скоро 20 число и Hitman выходит. И начинать заново играть здесь, не знаю, стоит ли. Плохо? Бля, фу, ёб твою мать, себе на туфлю рыгануло. Все продаются в наше время. Вот это сюрприз. Ну, как Аарон? Ну, о, парень, этот город в огне. В каком огне? Объявилась эта баба из Арасаки, и все пиджаки задрестали, как от вчерашнего хот-дога из Кальенты. Короче, дела рванули в гору. Всем нужен старый дядюшка Дино.
Ты знал Джонни Сильверхенда? Ну не настолько ж я стар. Хотя как-то был на его выступлении. Жескач, конечно. Хорошо играли? Нормально играли. Вот только Джонни объявил, что запер в гримерке арасаковского пиджака. И типа, если их не вызовут на бис хотя бы трижды, он пиджаку вывеску попортит. Такой вот он был, Джонни. Ладно, а? Дина, рассказывай, где тут потусоваться. Отдохнуть хочу культурно. Слыхал, у Кэрри и Врадина будет на днях грандиозная туса. Я тебя туда проведу, договоримся. Кэрри меня любит. Окей. А ты мне позвонишь, когда там будет все, движуха? Это у нас третий фиксер. Ну, он, блин, он заказов вообще практически от него не было. По-моему, там 1-2. Блять, как мы умудрились вообще? Я думала, мы его оттуда вытащим. Сколько крови из него вылилось. Они же нам не простят. Мы должны были его привести живым. Ебать, чувак, ты наглотался трени. Обнулят нас. Ра-та-та-та-та-та, фиксера посмотрели. Ну, это центрального района. Фиксер. Фиксер центрального района. Это мы сколько уже? Раз, два, три. Три фиксера. Так, здесь у нас четвертый. В этом районе у нас нету. А, здесь есть на крыле. Пятый, то есть всего их пять. Еще раз считаем. Один. Фиксер. Два. Три. Вот здесь мы были вот четыре. И здесь вот бабушкой пять. Пять фиксеров. И разбойники у нас появляются. Время от времени у нас все-таки появляются разбои, где можно поиграться, подраться. Так, погнали дальше. Все, мы погнали к этому фиксеру. Или вот сюда вот, проще говоря. Не. Вот увидишь. Может через час, может через неделю. Уебать. Ой. Без матюков. Без матюков. Обрыгались они, обосрались. Пока не сбили. Блин, я уже натренирован. Меня уже столько раз здесь сбивали, это капец просто. Привет, пирожочек. Вот мне интересно, почему здесь нету фиксера, вот в этом районе. Возможно, там они были, но мы... Или во время игры не согласились там принять предложение фиксера. Ну как, хотя задание делали, это автоматически, наверное, ты принимаешь приглашение фиксера. То есть можешь с ним работать, он тебе заказы дает. Здесь, по идее, должен быть дедушка еще остаться. Вот сейчас мы, наверное, к дедушке фиксеру двигаемся. Он такой похожий, как на падре, пастыря, но очень злого. Тебе что-то нужно? Трудно вести дела в Хейвуде. Железная рука нужна, чтобы всех в узде держать. Не в том дело. Нужно внушать уважение. Лишь оно не даст здешним волкам тебя сожрать. Это твоя территория. Без контроля не удержишь. Просто большинство волков меня боятся. Могу я задать личный вопрос? Задай, но не факт, что я отвечу. Почему ты подался в священники? Вера – Божья благодать. Я долго этого не понимал, но постепенно пришел к истине. Я верю в Бога, Ви. Надеюсь, когда пробьет мой час, он тоже поверит в меня.
Слушай, а ты не бываешь у мамы Уэллс? Без Джеки ей, наверное, нелегко. Она сильная женщина. Она и без меня справится. Ты знаешь, о чем я. У Джеки были враги. А если кто-то захочет рассчитаться? Никто ее не тронет. Поверь. И, кстати, вот тебе бы как раз следовало к ней заглянуть. Так будет правильно. Ясно. И остался у нас еще один фиксер. На краю вселенной. Здесь он. Надо еще раз посмотреть. Может, где-то что-то еще пропустили. Их всего... У меня 5. Я не знаю, сколько у вас, ребята, но у меня 5 фиксеров. Так, раз, два, три, четыре. Ну и, соответственно, край это здесь. Такая с обрубленной челочкой, чел. Сейчас мы к нему отправимся. Ему надо будет переместиться, а потом еще и на машине подъехать немного. Но так стоит на окраине города, смотрит там. Короче, со своей старой рухлядью машины стоит. Постоянно курит на одном и том же месте. А здесь он находится. А ближайшая точка, ну по дороге будем сюда переместимся, возьмем какую-то тачку, машину и к нему подъедем. Можно подбежать, там метров 500, 300, 200, не помню, навскидку. Подъедем. Находясь в воздухе, вы автоматически хватаетесь за ближайший уступ. Блин, ну вот эти подсказочки, ну почему нельзя одну подсказочку хотя бы оставить? Две, быстро прочитать и все. Так, фиксер в какую сторону тебе ехать? Вправо, влево? Давайте так. Отметим путь дорогу. 420 метров. 425. Фу, как вкопанный встал я. Клево, даже не подъехав чуть-чуть. Такс, а ну поговорим. А мы с ним уже столько раз разговаривали. Расскажи мне про Санто-Доминго. Многие пытались здесь зацепиться. Корпорации, банды. Ни у кого не вышло. Дайте-ка я, наверное, его, слушайте, сфотографирую. Я еще не знаю, или бабулю, или этого чела себе. Фотографировать. На заставочку поставить видосик. В Аройе и на ранчо Коронадо живут серьезные ребята. Им лапшу на уши не навешаешь. Мы кровь этого города. Да. Цепь. Ты знаешь, что такое значит, когда дуешь? Это нафиг посылаешь. Это мягко сказано. Тебя в рожу как, сейчас как стрельну. Ну давай. Блин. Уже. А в общем, все, ребята, что тебе давать? 5 фиксеров. У меня 5 фиксеров. Не знаю, сколько у вас, ну, тех, что я знаю, носите. Это вот 5. А это, значит, машина фиксера. Это единственный фиксер, у кого можно взять машину и покататься. Если это его, конечно. Но если возле него стоит, значит, это его машина. Такая драндулетка. На этом видосик будет заканчиваться, и продолжать буду я с этого же момента следующий видосик. А какой? Подпишись, не забудь колокольчик нажать, и тогда ты увидишь, что это за видосик будет. Всем пока-пока.